всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Заварной Кофе, Гусанек, Подличка. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Салам. Всем привет. Ребятушки, наконец-то вышел новый пак классного оружия. Называется Arbis Webs. То и у нас классная серия. Тестируем новое оружие. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Так, первое оружие 9 мм. Prin Special. Ой, такой звук металлический. Ну, смотрит нормально. Как будто это... Да-да-да. Как будто по металлу, да, стреляю? А, это из-за того, что глушитель был одетый. Четко в голову. Так, следующее. АЦ-21. Будем быстро тестировать, потому что пак дебелы просто. Ого, у него прицел крутой. Нормально, нормально. Пацаны, сегодня я буду издеваться над подписчиками. Давно этого хотел. Б-1000, Омега. Нифига себе, это инфракрасное. Видение какое-то. А ну-ка, 100 хп. Ой-ой-ой. А ну давай подожди, вот 8500. Ай. Ничего себе. Это где-то около 600 с чем-то жизни выносит. Вот это просто растирает. А еще разок. На тебе. Растерзал. Так, B1R1. Ой, прикольное оружие здесь. Очень классный пак, ребята. Заранее поставьте лайкосик и подпишитесь на канал, потому что в конце и вообще в этом паке будет просто крутецки мощное оружие, которое даже масштабно гасит. Я так быстренько посмотрел, но прям все не изучал. Ой. Это по 25 хп. Слабенько. О, подожди, оф, он. А это что у нас? А, это заряжается оно. Так, поехали дальше. B3... Лекетше. Извините за мой английский. Ой-ой-ой, это правая кнопка мыши. Ого, шпар с ним выйдет, смотрите. Так, 8500, проверяем. А, патроны, патроны. Сейчас зарядимся на правую кнопку, получается сразу все патроны вылетают. У вас тоже эти эффекты есть крутецкие? Да-да-да. Ничего себе, больше 500 жизней выносит. Так, а обычный выстрел? 64, ну да, не очень. А ну если вот так сдалека всех убьет? Нифига себе! У меня аж дуло накрывается. Тут очень классная анимация этих оружек. Да, ничего себе, у тебя дым идет. B3 LKSH. Кстати, этот мод останется в коллекции. Ну что, он мало, он 70 мегабайт весит всего. А ну-ка. Слабо, слабо. Ого. Не-не-не. Поехали дальше. Да нет, B3 LKSH Омега. Извините, я так читаю. Настроение отличное. Да. Ничего себе. Ой-ой-ой. Эффекты на ультра просто. Да-да-да, ну еще раз зарядим. А что не заряжается? Ой-ой-ой, да что оно так громко? У вас тоже это все такое, знаете, как в воде, что ли? А ну вот 100 хп. А ну давай. 7600, да? 100 хп сразу выносит. А ну, давай на игроке вот проверим. Вот это жесть! Ого, смотри, как... А давайте в дом туда стрельнем, давайте проверим, если в дом. Офигеть! Смотрите, это осколки, да, типа падают? Будто в воду. А по одному патрону мало выносит. Так, еще раз, давайте в небо, а давайте туда в дом просто стрельнем. Ребята, это самый крутой пак оружия, пока без которого мы снимали. Поехали дальше. B3 LKHR. LKH. Ой, что, подожди, он, давайте. Направо. Ого, меня относит аж. А, это как дробовик, получается, пули раздраблю. А ну-ка, подожди, вот у тебя 100 хп, ну стой. Четко хочу попасть. 50 хп за один выстрел. Погнали дальше. Биг Брин. Ооо, тут что-то дебелое. Ого. А давайте подальше стрельнем. Подожди, это как пушка, что ли? Давайте. Да. Ой-ой-ой. Замена ядерной бомбы. Так, подождите, у нас есть сохранение с NPC. Загрузить. А ну-ка отойдите, пацаны, я сейчас буду в толпу стрелять. Надеюсь, не вылетит. Эй, подожди, патроны. Подождите, подождите, секундочку. Патрончики выдал. Заряжаемся. Вот это бочка. Попробую прям в толпу попасть. О, в толпу, смотрите. А чё эффекта не было взрыва? Не знаю, может подлагнула просто.
Ой-ой-ой-ой-ой. Это было эпичненько. Так. Б3. Трен. Чё? У вас тоже звука нету? Есть. Есть. У меня нету звука. От лица у него нету звука, а то есть от, от другого лица есть, короче. А, получается, я его не слышу, да? Ого, у меня только слышно, как эти падают. Подожди, прицел есть. По 30 хп выносят. Так, поехали дальше. Брап. Вот это моча, ну еще раз. Вот это оно гасит. Блин, классный пак. Поехали дальше. Браш Брин. Ой, прикольный пестик. А я че умер? А я че умер? А ну подождите еще раз. Что за прикол? А че я умираю? Я не знаю. Это все... И кстати, у меня возвращаются все мои патроны, которые были. Это очень странно. Нормально. Ну стрельни меня, Тим. Давай. А ну иди сюда. Прикольно. Хорошо. Брин Бамер. О, лазер. Ой, он сжигает прям. Поехали дальше. Брин Брамер В99. Поджигачка. Так, Брин Машин. Да ну. О, прикольно. Да, да, да. Так, поехали дальше. Брин Бластер. Довольно-таки неплохо снимает. Брин ЛМГ. Слабо. Брин Энерджи Гун. Что это? Ой-ой-ой-ой-ой! А ну-ка подальше стрельну. Офинтеть! Брин М20-21. Пригвождатель целый. Громко. Так, БРП-3. Столе. Тогда. Так, поехали. БРП-5. Так, БРП-А5. Брин Бла... А, это подожди. Кен 99С. Ой, громко. Так, это снайперка. Ну сколько выносит у тебя? 100? 75 хп выносят. Кинбоу. Офигенно, да, эффекты? Как-то все связано с водой. Ага. О, прицел? Через водяную, через крышку прицел. Ой-ой-ой-ой-ой, видели, как он отлетел? Так, Кинбоу Реле 2. А ну по аниматронику дай гашну, ну отойди, отойди. Да чисто в тебя стрельну. На, и вода, и огонь. Прям... Вместе мы с тобой. Это точно, там песня есть, ладно. Авторское право, да? Каньхлры. А ну-ка, 100. Ой-ой-ой, а ну у тебя вот 100? Короче, сразу сотку выносит. Кунчин Мэйк. О, булава. Опа. Сколько она отнимает? А ну да, вот у тебя 100. А, ну не так уж и много отнимает. Кен Найт. Опа, подожди, это газировочка, на, попей. Ой, сейчас куда? Под ноги, петарду. А что будет? Дима, это петарда. А вот на правую кнопку. А на правую я пью, у меня жизни добавились, 25 хп. О. Офинтеть, вот это оружка. Ну-ка, ну-ка, побежал. Поехали дальше. Капитан Канбустер. Ой, что-то большое, пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой! Читер пошел, это гранатомет, да? Офигеть! Нормально, че? А на правую кнопку мыши это шо? Ой, я за раз выкинул бомбу!
Ребята, ну это крутец. Смотрите, опять на правую кнопку набираются они. И большая банка вылетела. Отойдите. Это что-то мега локальное, ребята. Это что-то жесткое. Давайте сделаем красоту для ролика. Отойдите все. А, я оружие кончил. Хорошо. Оставим еще для теста в следующих роликах. Что это такое? Это у нас называется Dark Energy, темная энергия. У меня тут пол туловища прилетело. Вообще жесть. А давайте в дом стрельну. Стойте, набираем энергию. А прикинь, кто-то такой сейчас на балкон вышел, и тут ты на это стоишь. Мне интересно, долго надо набирать или нет? Ого, у меня еще экран че... И мы залетели... Это черная дыра! Я же говорил. А я этот... Ой-ой-ой, это, ребята, это очень мощное оружие. Довольно-таки... А на правую кнопку ничего, да, не делается? Все, патрончики кончились. Daring Bunch. Странное название. Ого, а ну еще раз стой в голову. А, у тебя 2 хп, у кого 100? Вот 100. А, ну не так уж то и много занимает. Dual Fizzlols. Я там коверкаю слова немножко. На. Ну, слабенько, по сравнению с теми оружием. Fizzhover. Ой-ой-ой, что-то прикольно. Жизнь не тратится? Нет. Оно бы нам не... Не, тратится. Это как газ какой-то, да, пацаны? Или газ, или этот, как он называется? Сейчас забыл. Flaming Can Knight. Ой, опять баночка. Давай, кидай. А ну проверим, что это. Я уже боюсь взять. Ой-ой-ой-ой-ой, прикольно. А ну, давайте навесиком кинем. А на воздухе бахнет? Это уже молотов. Нет. Смотрите, в воздухе бахнул и огонь. Так, лазер гайсер. Мне кажется, это оружие еще можно будет затестить с техникой разной. Ой, сразу. Ой-ой-ой. По 1000 жизней отнимает. 6500? 5500. По 1000 жизней отнимает. О, на правую кнопку мыши. А ну стой, на правую. Ой. Ой-ой-ой-ой. Ну сейчас, смотрите, разлетается. Ну дайте потесть стрелы. Ну стой. Так, 5500, да? Что так далеко? Его откинуло. Смотрите. Да, это круто. Поехали дальше. М1. Green Can. Что, слабенько? Слабо, слабо. Mine Riser. Ого. Ой, это что-то, смотрите. А, Link Mine и... А, ну... Это космический. А что это? О, а что он реагирует, когда я подхожу? Ой-ой-ой, а жизнь не тратится? Так у него 100 хп осталось. Получается, что, оно когда подходишь, откидывает просто? Да. А, так, а смотрите, другой режим есть. Режим мины. А ну подойди. А это уже офигеть, это получается, оно как липучка, да, оно приклеивается на стены. Мы можем использовать это оружие, аниматроники пугают охранника. На стены налепить, да? А ну дайте я подойду, как оно мажет. Ой, я боюсь, то придется. Прикольно, мне сейчас скин такой, как профессор в очках. Подходит. Хорошо, это прикольное оружие. Согласитесь, очень разнообразные, классные тут оружки. Обринатор. Обринатор. Что это такое? А на правую кнопку мыши? Большая, что ли? Это, короче, гранатомет какой-то. Оп, кэп. Ну-ка. По 60 хп отнимает. А на правую кнопку мыши 2 выстрела идет. А ну стой. Нет. А, от раб как-то. А, это мина. Ничего не про. А ну стой, я понял, ты на стену, по любасу. Да. Ой-ой-ой, а ну подойди. А ну? А чё аж там взорвалось, увидели? Не знаю. А может оно просто выстреливает мину туда? В какую сторону? Давайте еще разок. Давай, я думаю, что так и есть. А ну давайте прицепим. А ну смотрю. А ну-ка подойди. Да, выстреливает! Может, когда на лазерке подавлю? На! И сколько отняло? Нормально, да, отняло? 200 хп всего. Так, хорошо. ПРВ-26. Ой, что-то большое, пацаны. Это как, это типа, что это как?
Очень странно. Это как дробовик, что ли, на правую кнопку мыши? Хорошо. РПВ-47. Это что, это лазерик или что? А что, только на спине еще два этих баллонок? Да, кстати. Что-что? У тебя два баллона на спине, как запаса энергии. Да-да-да. А, я увидел, да. Элегант. Офигеть, это прикольно. Хорошо, поехали дальше. Раб. О, тоже что-то. Визишка, что ли? А, нет. Ну, такое скучное. Раб оптимизит. Оптимист. Раб оптимист. Слабо. Оптимизированный. Рексер фистол. Ну, такое. Просто согласен, стоит. Полностью согласен. Razer V-Pack. Опа, а что? Это, короче, бомбы по любасу. А ну-ка. Ух ты. Ой-ой-ой-ой, 6 банок, что-то, наверное, громкое было. Вот это было эпично. Ну, знаете, еще разок? Мне понравилось. Давай, так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, давайте, знаете что, давайте в воду его кинем. Давай. А ну. А у меня их нет, сейчас я выдам и кину в воду. Ой, я подобрал. Ой, я думаю, что-то у меня не попало. Ты кинул в воду? Кидай в воду. Отойдите, отойдите. Посмотри, какие брызги будут. Такой. Ну такой, я думал, будет повыше брызги. Хорошо, поехали дальше. Риппер. Риз Риппер. А, так это бензопила обычно. Бензопила уже. Ну, как обычная. Ну такое, да. Ризер Вильдж. Игл, короче. Дигл. Такой. О, ну, давай. Тихо, стой, стой. Слабо. Слабый, слабый. А, Ре... 14. Что? Ой-ой-ой! Это гранатомет, пацаны. Ракетница. Да, ракетница. Ну да, ракетница. Ракетномет. Так, Реле Джи. Ой, прикольно. А вы слышите этот звук бана, когда они падают? Ай, один ТП. А на правую кнопку мыши вот что будет. Красиво с альтухи сделал. Реле G5. А я на правую кнопку мыши сам взрываю. Получается, я их могу настрелять, да? А ну сейчас правая. Да, и они взрываются. Но это прям тоже имбово. Так, РПЦ. О, РПЦ. РПЦ, да. Ну давай, еще выдам себе, проверим, может, все-таки оно интересное. Ну не, оно походу как обычно. Ну ладно, уже на правую кнопку мыши может. Не, никак не стреляет. Зарядились. Так, а давайте, вот 100 хп стрельну будет. За раз, а ну вот 3200. А 3800, давайте проверим жизнь. 200 хп, 198 отнимает. Silk Zer. Ой, громко! Что-то громко. Ну это мощное что-то. Это прям реально мощное. Скримеры чисто. Ну. Тут хаммер. Что? А ну да. Ай, ну такое, по 88 хп отнимает. Бутылочный какой-то топор. Супер шоткан. О, а ну давай. А ну на правую кнопку мыши сейчас. Ой-ой-ой, сразу два. А ну еще разок, сразу сотку отнимает. Да. Добром раз. А ну давай проверим. 8800. Да. Sword Valise. О, что это такое? Ну, такое неинтересное. Таргет. Ух ты, что это? Тоже баночки просто, да? А у меня какая-то штука, как спутниковая что-то. С неба летит! Я с неба увидел, летит! Ой-ой-ой, ребята, это что-то реально эпично. А ну, смотрите, вот я стреляю. И смотрите на небо сейчас, на небо смотрите. А что там такое? Видишь? Летит. О, банка. Еще не все, еще летит. Так, мы их сейчас в конце ролика на зомби затестим. Так, предпоследнее оружие. Винкастер. Такое. Ну такое, да, согласен. Винкастер комбайн. Слабо, слабо. Так, ребята, сейчас мы сделаем эпические кадры, мы поставим зомби и лупанем этим оружием, которое с неба бьет. Да, будет интересно, вот сейчас будет прикольно. Смотрите, прям в толпу.
О, четко, четко попал, смотрим. Летит, летит, летит. Хорошо, у меня есть еще эпичнее, ребята. Сейчас вам покажу, что у меня есть еще жестче. А что снимешь? Ты смотрите, что я сейчас делаю. А ну. Мне кажется, сейчас будет еще лучше, да? Вот давайте попробуем вот так вот между ними. Всех убьет или нет? Ой, чуть далеко улетела банка. Ну, что такое? Не очень, не очень. Все, смотрите. Красота! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Профит, Фуфло, Подлючка. Пацаны, поздоровайтесь. Салам, братья. Всем привет. Как я обещал, у нас сегодня выходит вторая часть по рубрике «Тестируем новое оружие». Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем тестировать. Вышел пак Darkness 217. Я его давным-давно записывал, но его обновили, он теперь стал намного круче и намного больше весит. Сейчас проверим, что же в нем добавили. Так, первый у нас меч Фенрис. Ну, у тебя 100 жизней, давай будем проверять. По 46 кп отнимает. Отлично. А ну, на правую кнопку мыши стой. Вот-вот-вот, оно стой. Не бойся, не бойся, оно не больно. А так же самое отнимает. А в чем прикол? Наверное, просто атака другая. Хорошо, второе оружие. Хорнет. О, кстати, у них есть какие-то разные режимы. Получается, это прицел. Ну, на многих оружиях правая кнопка мыши, это будет альтернативный огонь. Поехали. Неплохо. Оно взрывается еще. А ну, стой, если я так стреляю. О, офигеть, нормально. А ну, стой, смотри, у тебя вот 99. Стреляем. А, ну так себе, не очень. Это прикольно, ребята. Офигенный пак, офигетитель. Но он весит много, 500 мегабайт. А вот эти же эффекты. Ну да. Наверное, из-за эффектов много весит. Поехали дальше. Стинджер, лаунчер. Так, это вот базука уже какая-то. А куда он? А, подожди. Ну да, оно на правую кнопку. А на правую кнопку сразу 3 вылетает. А ну-ка, давай аниматроник. Не за этим, за человеком еще следует. Может, куда я целюсь, туда и летит? Возможно. Нет, смотри, если ты стреляешь. Нет, оно влево, просто отпружинило. Она... Это... А, ну давай еще раз. А вот эти именно на человека полетят. Вот. Думаешь, смотри, полетели и все. Нет, они на раз. Они отпружинили. Видишь, они летают. А, да вот, смотри. Во-во-во, видишь? Офигеть, это самонаводящее оружие. Я же говорю. Дядька поставил. Просто надо. Дима, со стороны это выглядит как это. Как Gravity Gun. Так, Wasp. Плечете. Если я не так прочитал, извините меня сразу. Так, это... Боже, смотрите, разрывается. Ну давай у тебя 9 кп. А даже много, нормально. А на правую кнопку мышки просто прицел. А, ну смотри, ты прям даже прыгаешь, оно прилипает к тебе. А ну сейчас я стрельну, а ты попрыгай. Да-да-да, смотрите. Офигеть. Ой, это звуки. Это звуки. Я тоже слышал. Что это? Не, аниматроника прям, знаете, жестко будет мочить его очень долго. Но я надеюсь, что здесь есть оружие, которое будет его моментально убивать. LX-V1. О, это уже, ребята, что-то посерьезней. Что-то дебелое. А его набирать надо? Нормально. Вот по аниматронику. А вот 9300. 900. 200 хп. 200 хп отнимает. Неплохо. Это много снял. А ну, если в сотку. Мгновенная смерть! Больше даст нам сейчас в этот раз? А ну давайте... Нормально гасит. 150 хп. Так, AQM, Lips. Мало, 30, он по 10 хп. А чё в нём? Чё за, чё за прикол? Может, когда его бьют, в конце что-то будет? Он в этот момент? Не. Не, а чё оно такое слабое? Чисто по приколу, да? Так, RX Vapoi. Vapoi? Ух ты. Ой, это прикольно. Он по 100 хп. Получается, да, за один раз убью, а ну вот 20 хп стрельнем. Заодно нет, не убьет. Нет, не заняло. Он, смотрите, когда он умирает, что с трупом случается, смотрите. О, офигеть, офигенный эффект. Да, слагает немного. Не, у меня нормально идет. Офигеть. Так, поехали дальше. RX-2.
Там нарисован, кстати, черепок. Это что-то, наверное, означает. Ой, блин, их улучшили. Ребята, они намного стали круче. Этих эффектов раньше не было. Я его записывал где-то года два назад. За эти два года, конечно, его... Ой, офигеть. Оно что, самонаводящее? А нет. Ну, как получается, когда, наверное. А если рядом стрелять? А ну, гос дальности сейчас вот так давай. А ну, давай. Ну, что-то в голову стреляет что-то. Чисто в голову. Дима такой? Дима. Ну, наверное, я такой. Или оружие. Короче, мы вместе в паре. Мне кажется, оно самонаводящееся. Так, АСР-5. Дробаш, ух ты. Ой, прикольно. Прикольно мочит. Ай. Так, понял. Давайте дальше. CAE. Кстати, ребята, это то оружие, когда будет черное очко. Досмотрите до конца, в конце будет вообще жесткое оружие. Кислота и всякие мощные оружки. А ну-ка. Такое. А ну на правую кнопку мыши. Ого, 10 хп. 90 хп отнимает. Ага. Офигеть, хорошо, давайте дальше. CAZ Zella. О. О чем я и сказал, черное очко, ребята. Отойдите все. А ну. Вот у тебя 8058. Угу. Угу. 2500. А ну-ка меня пару. Давай, давай, давай. Давай, давай. 1500 ты мне снес. Да нет, не так. И меня засосал. Ой, я чихнул. Спасибо. Так, а ну подождите. А тут еще какой-то альтернативный огонь. Этот режим есть или нету? Ой-ой-ой, это мощнее получилось. Ой-ой-ой, ты мне 3000 почти снял. Получается, на правую кнопку мыши другой огонь идет. CCA Astra. Ой, прикольно. Что это? Ага, я не могу, чисто прицел такой. Он бьет. Так, понял. CC Призма. А он в остальности. Автоматик. Тяжело попадать, кстати. Разброс. Ой, она еще бьет. Бьет еще? Это я. А, понял. А-а-а. Поехали дальше. CC Supra. Так, это тоже какое-то оружие, которое надо набирать. О, смотрите, какой прям шар какой-то у меня там электрический. Ух ты. А давай в аниматроника стрелим. Ой, так, подожди. 9500. Проверяем, сколько. А ну, стой на месте. А вот тоже эта флешка, да? 200 хп отнимает. Дима, а что такое все светлое? У тебя тоже такое все? Меня. Не, у меня нормально все. Не, а у нас все белое такое. А что это? У меня ничего нету. А у нас все белое. Наверное, пройдет, может надо вам умереть, а ну дайте убью. Ого. Офигеть. Оно еще в конце, короче, какими-то штуками добивает, хорошо. Только вот ты белый, а вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, поехали дальше. CC Vector. Вектор. Блин, ну прям оружие здесь, конечно, очень имбовое. А ну давай в аниматроника. 9144. О, что за... А. 200 хп. 200 хп отнимает. А если на правую кнопку мыши? Тоже 200. Прикольные эффекты. Ну, даже меньше. Так, цеп спектра. У вас тоже это опять? Опять белый. А чё этот? Я как-то режим огня не могу переключать. Мне светятся какие-то тут штуки, но сам режим огня не переключается. Димон, у нас все опять белое. Ну ничего, пройдет. Ага, можно набирать, а можно просто стрелять. А ну подожди, дай в притирку, у тебя сколько? 20 хп, ну раз сразу убьем. Ну, а у кого 100 хп есть, 100, сотка? У меня 90. Ну давай, хотя бы на таком проверим. По-любому, если убьет, значит точно сотку. Не, ой, мало. Кстати, ты еще чем-то светишься. Ну белый. А если просто стрелять, то ты огненная. Она, кстати, еще фризит немного. Понял. Поехали дальше. Хелиус. Ой-ой-ой. Он еще взрывается в конце. Вот смотри, сейчас я убью тебя. Смотри. Смотри. Офигеть. Ого. Это получается как растворяется труп, что ли? Опять. Ай. Офигеть. Хорошо. HC-107. Я жду. Огненные патроны. Прикольно. Ну, а ну подожди, сколько жизни отнимает? Ой. А, ну по 40 с чем-то хп отнимает. Слабенько. Поехали дальше. HCL-2.
Лазер? Ну да. Это уже прям лазер хороший. Ну он мало отнимает. А, ты прям растворяешься в конце? Как он отнимает мало, но потом больно. Офигеть. Ой-ой, красиво. Так, HC20. Ю-ю-ю-ю-ю. И что, все жизни вынимает? Не, не все. Офигеть, аж подлагивает даже у меня. Ну. Да. SC200. А ну, аниматроник, у тебя стоит 8500. 200 хп. Даже 140, вот так вот. 140-150 хп снимает. А давайте вдалеку этот стрельну, в дом. Не. Нет, а слабенько, не, слабенько. Не, а если навесом? Убьет меня или нет? Прилетит патрон или нет? Ой, да, это было эпично. Поехали дальше. К-524. Мало. Помалу, да, отнимает? По 20 хп да. Максимум. Понял, 10. Поехали дальше. КСЦ-54. Это больно уже, уверен. Хотя не. Да, слабо, слабо бьет. Убивает. Хорошо. К-524. Кислота уже. Да, это кислота. Кстати, труп разъедает, смотрите. Просто ничего не остается. Так, мне интересно, будут все-таки оружия, которые мы сможем убивать аниматроника? К-524К1. А, это то же самое. ХС-46С. Опа. Очень слабо, очень. КС-46ВП. Да что-то не очень, да, если на самом деле-то? Нет. Понял. Он ХП-30 сносит. АИДСИ. Бля, спрятались за меня. Ой, это что такое? Как он в притирку бьёт? Да. А ну. Какая-то мантия. Еще такие звуки, как будто не знаю. Ну да. Понял. Так, МТМ. Ой-ой-ой, у меня что-то под ногами. А, уже... Ого, он отбрасывает. Какашка. А он и ХП. Он 500 ХП снимает. Да ладно. Так да, реально. Ля, минус 500 ХП. Короче, со два раза убивает мгновенно. Так, РК-22. Ой, это имбовое оружие, мне нравится. А ну. Нестрельное. Посмотрите, патроны летят, и у них нет навеса. Ой, красивый эффект. Чё-то слабо мочит. Хорошо. РК-22. Было. РК-30. Это чё-то помощнее уже. Я слабо. Слабо. РК-56. Не, ну как много урона, но он это много всякий. Ой, ты растворяет труп. Какой звук офигенный. Как будто... Ой, у меня жизни падает ихняя. Смотри, я его убиваю, и что-то ко мне как будто телепортируется. Да, какая-то мантия. Да, у меня жизни добавляется от этого оружия. А еще такой звук, как будто в параж. РК-800. Ой, это что-то уже подобили. Это мини-ган. Рандомная походка. Хорошо. РНД. О, тоже пистолетик. Ой, красиво. А ну на правую кнопку мыши. Перезаряжаемся. Пожалуйста, не убивайте меня. Не бейте лучше. Так, а что это перезарядка сразу идет? Что это? Че он нет урона? Ой-ой-ой. Сразу все патроны, что ли, вылетели или чё? Ну да. Нет. Мне 22 урона. Ой. Все сразу патроны вылетают, пацаны, когда я Е зажимаю. А давайте в здание стрельну, и мы увидим, все вылетают или нет. Ну да. Да, все. Сразу 6 патронов вылетает, круто. Так, Т3Ай. Это замораживающее, что ли? Не знаю. Да, это нет. Как будто патроны замораживают. Такой звук как будто еще. А, даже типа огонь. Ну да, снежинки. Огонь.
Получается, это что, надо Е зажимать, чтобы альтернативный огонь? Норм. Офигеть, а ну дай тебя заморожу. Оно и дамажит немножечко. А ну давай на расстоянии проверим, бьет сдалека или нет? Нет, только в притирку бьет. Но ты ходить можешь. Не, не может. А, да, а может. Я могу. Хорошо. Т3Ай. Ой, тоже граната замораживающаяся, а ну подойдите. Норм. Ха-ха-ха, ну бегать. А вот смотри, вот стоит, не бегал. А ну давай сейчас заморожу, вы сразу попробуйте побежать. Не могу. Не, нельзя бегать. Нет. Вот это уже круто, можно использовать в разных роликах. Так, это у нас уже оружие Т3Ай. Получается, лук со стрелами. Ой, мгновенная смерть. Ой. Чё-то ничего. Сколько хп? Чё-то мало отнимает. А ну давайте с Е вот сейчас. Е зажал. А ну, да не. Ну давай. Не, ой, мало отнимает. Ну, 100 хп, 100 хп. Ну, так. Т3Ай. 90-80. А С-23. Это что? О, я могу бросаться электрошоком или просто бить? О, круто, я нет, электрошокер. Ой, он потом еще взрывается в конце. Он еще как-то отталкивает труп наш, когда... Не, он мало дает урона. Мало, мало да, отнимает? Да. Понял. Я не дождусь, когда будет черная дыра. ТЦ, она уже ж была. Кислота пошла. Ой. Ой, шла гадь. Много. А ну, на правую кнопку. О, сразу много могу бросать. Ой-ой-ой. А на правую кнопку мыши ты 500 кг не получишь. Мгновенно растворяет. Осталось, ребята, немножко. Это у нас ТЦ-М3. А это что у нас? Это бомба. Что за пчелы летающие? А это пчелы, они, короче, когда мажут. Ой-ой-ой, он много сносит. А сколько сносит? Он очень много сносит. Ой, я сейчас убью. 1500 хп снес. Неплохо. Давай, мгновенная смерть. Так, ребята, предпоследнее мощное оружие. ВК-220. Ого. Что за... Не знаю. Ой. Дима, у меня пишет. В крови обнаружены нейротоксины, наверное. Введено. Так, ну все-таки надо убить аниматроника. Сейчас 280, давай проверим. Да, выносит. Ура. Убил. А ну в дом давайте стрельнем. Что это за балумба какая-то? Ой, вообще полетела фиг. А, я управляю. Это управляемая ракета, смотрите. О. Да, она управляет. А ну сейчас застрельну и сразу приведу сюда прицел. Получилось, ребята. Оно очень просто быстро. Так, последнее оружие в этом паке. Z27A. Помаз, типа, что ли? А вот на правую кнопку мыши глушитель добавляется. Да, это не помаз. Ой, ну нормально сносит. Нормально, да, сносит. Но можно было бы лучше. Он за одну обойму 300 хп. Короче, в этом паке есть... Снежное оружие, кислотное оружие, огненное оружие, черная дыра. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Заварно Кофе, Уга-Буга, Пингвинус. Пацаны, поздоровайтесь. Всем здорово. Всем привет. Однако, всем здравствуйте. Ребятушки, вышел новый пак оружия, называется Doom Beta. И сегодня мы будем его тестировать и смотреть, на что оно способно. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Первое оружие PFG-2704. Они очень крутые, их не так много, но они просто офигительно сделаны. Так, смотрите, 10 тысяч, давайте сначала на сотки отрекламируем, посмотрим, Заварной Кофе, сотка. А нет, даже у тебя, 30 хп, ну давай проверим. Это было бессмысленно делать, это просто смертельно. Ну давай вот, 10 тысяч жизни, давай. Ого, тебя откинуло, так давайте проверим сколько. У тебя отняло 6600. Это нереально мощное оружие. Для чего оно вообще такое мощное сделано? А давай в притирку прям стрельну. 10 тысяч. Ой, ребята. А сколько у тебя осталось жизни, ну-ка? 1250. По сути, можно 10 косарей отнять. Так, и будем тестить на толпе зомбаков. Поньк, смотрите, какая у нас есть толпа. Я стреляю в толпу. Просто выжигает. Смотрите, как я стрельнул, так туннель и остался. А если вот так стрельну? Так, поехала. Просто уничтожительное оружие. Смотрите, еще дальше летят снаряды. Просто все разрывается. Это моща. Это... А ну встаньте так втроем в кучку, я стрельну вас. Убьет всех или нет? А ну так, вот так и стойте. Поближе так друг к другу встаньте.
Jesus. Офигеть! Оно с очень большим запасом сделано. Просто крутецкая-прикрутецкая пушка. Хорошо, следующее у нас оружие. Chain Gun. А, так это обычный пулемет. Не так уж и много не отнимает. Да? Ну да, так уж много. А ну-ка, давайте загрузим толпу зомби, по зомбакам постреляем. Вот это она их ложит, они просто слажутся, смотрите. Бомбейский пак, бомбейский. Но это бета, может какие-то будут недоделки, посмотрим, почему они так назвали его. Пока мне все работает отлично. Всех слажут, просто всех. Так, давайте загрузим заново зомбаков. Следующее у нас оружие. Dark Claw. Черная рука, что ли? Но она красная, а не черная. И что, отнимает жизни? А, ну чуть-чуть. Вообще чуть-чуть отнимает? Ну да. А на правую кнопку мыши не, ничего не меняется. Получается, нема альтернативного огня у него. Такое себе. А, ну давайте в зомби у них по сотке. А не, вот смотрите, у кого 100 жизней, оно отнимает хорошо. А если на а ну попробуй на большом расстоянии жахнуть тебя, ну-ка. Офигеть. Ну вот сдалека, смотрите, более или менее. Ну что-то вообще, да, так? Да. А что-то оно зависло здесь, как черная дыра. Ну, у меня жизни не отнимаются. А, исчезают. А ну вот, вот, смотрите, рядок зомби. А не, смотрите, прям выжгло всех. Увидите, они в ряд стоят, смотрите. Хо-хо-хо-хо. Ну нормально, пойдет такое. Чисто по прикольчику, чисто поржать. Так, загружаем. Следующее у нас оружие. Machine Gun. Вот это уже пулемет какой-то. Ничего себе. Вот, более потяжелее. Вот смотри, сколько у него? 10 тысяч жизней, погнали. Отталкивает неплохо, да, так я вижу? Ну, только 1000 вынес, то есть... О, металлический, слышите звук? Потому что аниматроники из металла сделаны. Ну, такое. Зомбаков хорошо гасит, то есть рассчитано на врагов, у кого по 100 жизней. У кого соточка, тут вообще хорошо просто получается. О, я еще бегаю, но как я так прикольно. Такие уже выстреляют обойму, не так уж и много осталось. Мне кажется, этот миниган был получше, который первый. Ребята, в конце я поставлю еще больше зомби, и мы стрельнем самым мощным оружием. По толпе зомби будем стрелять. Всех уложил. Давайте, 40 патронов осталось, уже достреляю. Хорошо, хорошо. Так, загрузить. Поинг. Следующее у нас оружие. Плазма рифл. Ой, такой прикольный звук, когда я его беру. О, на правую кнопку мыши альтернативный огонь есть. Оно на этом было? Нет. Какие есть на этом. Нифига себе, оно мочит. О-о-о, зомбак отлетел. Вот 10 тысяч жизней. Стреляем на правую кнопку мыши. 300, ну, даже меньше. Неплохо так гасит. А, так, а теперь на правую кнопку мыши. Вот это вообще... Нормально, пацаны, или нет? Да, а сколько жизни отнимает? Я так и не понял. А вот 7700. 6, ого, штуку отняло сразу, даже больше. Откиду, да, оно сильно, я так понимаю. Он в один кол постреляет. Вот летят шары. Офигеть. Так, по толпе зомби жахну. Одним патрончиком. Ху-ху-ху-ху-ху. Вот один шар. Ничего себе! Вот это уничтожитель. Нереально мощно, нереально. Так, подождите. Секундочку, у нас где-то должно быть сохранение, где еще больше зомби. Вот. Смотрите. Так.
Можно вообще уничтожить одним залпом толпу зомби? Ой, вот это вообще! Это какое-то, получается, как боссовское оружие, ну такое секретное, что ли, или что? Ребят, напишите в комментариях, что оно такое мощное. Неужели в Думе такие есть мощные оружки, что ли? Это против боссов, наверное. Но оно откидывает неплохо. Смотрите. Он на край карты отлетел. Нифига себе в воду, смотрите. Вау, ничего себе. Да, это крутецкое оружие. Ребята, оно мне очень нравится. Это просто имбовое какое-то оружие. А ну-ка, на правую кнопку мыши вот так вот в ряд стрельну. Проверим. Нет, не сжигает прям целый ряд. То есть, сколько там? 3 или 4 зомби уничтожает. А если один шар так стрельнуть? Да, уничтожает сразу. А ну, получается, этот шар вообще препятствий никаких не видит. И разлетаются просто. Ха-ха, ну классно, так интересно с него стрелять. Просто уничтожил все. И всех. Прикольно. Так, хорошо. Следующее у нас оружие. Так, спускаемся на землю. Называется риф. Так, на правую кнопку мыши. А, я могу убить, а ну стойте, ударю. А, я просто как бы толкаю. Ну, помалу жизни, оно если 100% зомби ударит. А, ну смотрите, сразу убиваю. Ничего себе, у него впереди штыки на этом оружии, смотрите. Просто склеивается сразу. А ну давай по мне. Ну давай. На. Не, ну смотри, сотку точно отнимаю, потому что я убиваю вот у зомби 100% жизни. Сразу умирают. А если как-то двоих попробовать ударить? Можно двоих ударить? А ну так. Нет, нельзя двоих ударить. Так, и на левую кнопку мыши. Слабенько, да, как-то, пацаны? Ну, не мощно, не мощно. А чё оно такое? А на что оно рассчитано? Да. Ну, с одного выстрела я убиваю любого зомбака. Вот смотрите, зомби. Один выстрел. Даже хэдкраб, который на голове, тоже разлетается. А если в туловище? А в туловище с одного раза не убивает, только в голову. Хорошо. Следующее оружие у нас... Рокет лаунчер. Вот это что-то уже поярче будет. Ой-ой-ой-ой-ой. А ну-ка, дай в тебя стрельну. Стой-стой-стой. Ладно, давай в тебя. 7100. О, вот. Видели какие-то? У вас появляются артефакты такие оранжевые, этот, розовые? Текстурки у меня появляются. 5600. 4800. 1000 с чем-то жизни отнимает. Даже, наверное, всегда по-разному, то есть одинаково не сносит. Ну, прикольный эффект. Блин, у меня такие какие-то розовые текстуры пробиваются. Ну, вот оно, видите, и бета. Я знал, что если пишут бета, какие-то постоянные есть недоделки. Ну, наверное, доделают его. Вот еще оружие добавят, потому что это не все оружия с игры. Ну, да. Так, сохранить. Сейчас мы еще раз загрузим зомбаков. И попробуем издалека жахнуть по ним. Вот у нас есть ряд зомби, стреляем. Ага, патроны кончились. Стопунчатки. Рокет лаунчер. Сейчас патрончиков себе выдам. Так, и вот стреляем. Бум! Бум! Вот это мощь! Вот это мощь! Оно нереально мощное. Так, и последнее у нас оружие называется Унмайкер. Ого, это что за штука? А что она делает? Смотрите, оно само целится, что ли? Ну да, смотрите. А сколько же оно вынесло жизни от меня? Вот, 9900. Поехали. Ай, меня, а я тут причем, и меня дамажит. Она изумляется и дамажит. Самонаводящийся, что ли? Да. Вот 7700 осталось. Нормально, считай, двушку вынесла. Так, мне такое ощущение, что если я сейчас стрельну по толпе зомби, оно их просто всех уложит. Напишите, ребята, в комментариях, завалит ли эта пушка всех этих зомби. Давайте, погнали. Кто напишет, тот попадет в начале ролика. Правильно напишет. А я тут при чем? Вы что меня дамажите? А ну-ка, не подходите к зомби, я сдалека стрельну по ним.
Так, стреляем. Да блин, оно летит до вас. Подальше. Ой, куда? Ого, надо еще подальше вам отойти. Во-во-во, погнала, зомби мочит, смотрите. Мочит зомби. Еще положила. Ничего себе, оно быстро. Вот это оружие самое интересное. Из всех. Во-во-во, полетело. Оно, получается, само находит жертву и просто ее наваливает. Офигеть, ничего делать не надо. Само делает все. А еще вот это, давай толпу все-таки попробуем навалить. Вот это скорость. Оно нереально быстрое. А на правую кнопку мыши? Не, ничего. Так, у меня есть другое сохранение. Мы сейчас поставим сохранение, где они просто поближе стоят друг к другу все. Вот. Так, погнала. Блин, да пацанов летит само. А вот это зомби добралось. Самое интересное вот это оружие. Мне оно больше всех нравится. И всех оставило просто парочку зомбаков. Так, 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 погнал, еще один. Есть. Даже хэдкраба не остается в живых. Все просто нагибает. Че, пацаны, вас тоже, да, мочит? Не? А что он там где-то летает? Хорошо. Мы сейчас загружаем там, где много зомби, и стрельнем более мощное оружие, которое я обещал вам. Так, загрузить. Так, по моему мнению, что вот это зомби... Ой, вот это оружие самое мощное. Так, отходим, проверяем, замочит всю толпу или нет. Нифига себе! Надо с подверху стрельнуть, оно вот так вот. Оно все вот так стреляет, оно как-то как отрикошетивает, что ли, видите? Там уже ребята поканали устроили, надеюсь, горизонт не вылетит. Но оно не меткое, оно реально не меткое. Че, пацаны, много жизни отнимает? 7700, осталось 5200, 2500. Короче, около 5000 жизней отнимает это оружие. Получается, это оружие самое мощное в этом паке. Вот так вот. И что мы еще сейчас делаем в конце? Мы этим оружием взорвем мощнецкую бомбу. Отходите все. Ладно. Погнала. А бомба не активировалась. Еще разок. Есть. Че, с первого раза не активировалась? Я не понимаю этого. Это очень странно. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А я буду мочить еще пацанов.